Всем привет, с вами Торекс, и сегодня мы начинаем проходить Майнкрафт на сборке Industrial and Cosmos, ребятки. Будем мы выживать на индустриальной сборке в Майнкрафте. Нас тут сразу встречает вот такая вот свинюшка. Хрю-хрю-хрю, свинюшка, привет! Ребятки, да, тут какие-то листья падают, ничего себе. Прикольно. Давайте заглянем, посмотрим, что тут по модам. Ух ты ж, ничего себе, сколько всего. Вау. Сколько тут всего, ребятки. Вы только посмотрите на это разнообразие модов, ребятки. Да, вот это да, ребятки. Вот это да, вот это я понимаю. Воу. Прикольно. Ладно, давайте. Давайте возьмем, убьем корову. Для начала убьем корову, первую нашу корову в этой, в этом прохождении Майнкрафта, да? Так, корова, давай, давай, давай. Все, у нас теперь есть что кушать. Даже можно побольше коров поубивать. Корова, иди сюда. Иди сюда, корова. Я от нее не отстану. Я ведь от тебя не отстану, корова. Пока ты ко мне не подойдешь, я от тебя не отстану. Иди сюда. Ну-ка быстро. Ну-ка быстро иди сюда. Все, отлично. Еще одна корова минусом. Вот. А, чтобы было что кушать, ребятки, давайте третью убьем и все. Я думаю, остановимся. Ну, так, чисто. Кстати, мы заспавнились. Заметьте, мы заспавнились в очень даже хорошем месте. Тут у нас кругом... Кругом поле. Кругом поле, да. Что у нас по-нормальному? Нормально все по настроечкам. По настроечкам, да, ребятки. Так, сделаем вот так вот сейчас. Все, отлично. Супер, с кайфом. Все. И будем, собственно, ломать. Рубить, ломать дрова. Рубить, ломать наши дрова, да. Это у нас... Кстати, смотрите, какой прикольный... Какая прикольная анимация предметов. То, что они вот лежат на земле. То есть они вот не просто, как в обычном Майнкрафте, они тут... Прям вот лежат на земле, в том-то и дело, что они тут лежат на земле. Вот, да. Но тут очень много интересных модов, я вам скажу. Поэтому, я думаю, прохождение будет очень даже интересным. Вот. Для начала, конечно же, что же нам нужно делать? Конечно же, рубить дерево, ребятки. Как же без этого? Как же без дерева? Так, давайте. Просто берем, рубим дерево. Дерево, дерево, дерево. Сразу сделаем верстачок. Верстачелу. Так, верстак. Отлично. И в верстаке мы сделаем топор, чтобы быстрее рубить дерево. Ничего себе, ребятки. Быстрее будем рубить дерево. Только мне нужно еще досочек. Еще досочек, ребятки, да. Все, у нас теперь есть топор. Мы теперь можем быстрее рубить дерево. Вот. Так. Мне кажется, ли мы стали... А, дерево рубится полностью сразу, я понял, все. Потому что мне сначала показалось то, что мы стали медленнее рубить дерево, но оно рубится сразу по несколько штук. Тогда да, тогда я понимаю, классно. Тогда супер. Вау, вау, ребятки, вот это читерский, конечно, вот это, конечно, я читер. Не, прикольно. У нас очень много дерева теперь есть. Все, верстак мы забираем. А я могу также, я же могу так делать с любым деревом, да? По идее. По идее, да. Ну-ка. А что, если я возьму и срублю вот этот вот темный дуб, ребятки? Возьму и срублю темный дуб. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, 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 давай. Вау! Сколько у нас теперь есть дуба, ребятки? 35 темного дуба. Я даже не буду этот пенек рубить. Пофиг, оставим так, как есть. Все, отлично, у нас есть очень много дерева. Очень много дерева. Давайте сделаем сейчас кирочку. И пойдем. Куда пойдем? А, я не знаю, нам куда идти. Нам особо-то и некуда идти. Нам особо-то и некуда идти. Можно, это, вскопаться в шахту. Можно поискать место для дома. Давайте побежим просто прямо. Побежим прямо. Или нет, или стоп. Нет, стоп, 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 стоп. Еды. Пока я вижу очень много коров, нам нужно сделать, добыть очень много еды. Берем меч. Тут какие-то еще книги, которые я даже не читал. Вот, давайте верстак с собой возьмем. Сейчас у нас топор, конечно, сломается, но ничего. Вот, убьем коров, чтобы у нас было много еды. Потому что, ну смотрите, сколько тут коров, ребятки. Они что, просто так, что ли, пропадать будут? Не-не-не. Они не будут просто так пропадать. Мы их убьем, ребятки. Да. Мы наших коров убьем. Так, отлично. А, отличненько.
Так, хрюшка. Хрюшка-свинюшка. Хрюшка-свинюшка. Да, блин, у меня тут наушники сели. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, я сейчас их поставлю заряжаться. Вот. У меня один наушник есть, второй сел. Вот так вот и живем. Так, убиваем, убиваем, убиваем. И у нас уже есть целых 24 куска сырой говядины, ребятки. Этого вполне достаточно, я вам скажу. Вот. Поэтому просто побежим вперед. Просто бежим, бежим, бежим вперед. Смотрим, что у нас вообще есть в этом мире Майнкрафта. Так. Так, так, так. Давайте побежим вот туда вот. Кстати, смотрите, какое классное небо. Вау. Не знаю, оно какое-то прям такое особенное, что ли. Опа. А, там нефть. Там нефть, ребятки, да. Я думаю, там башня какая-то, там нефть. Вот. Давайте забежим в лес. Главное, чтобы... еда, 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 еда. Ребятки, еда. Ну ладно, скушай сырой говядины. Я думаю, я не отравлюсь. От сырой говядины. Вот. Так, сейчас я убью эту корову. Ненастную. Убью эту ненастную корову, все. Ну, чтобы так было. А, еще можно... А, овечки, овечки, все. Ребятки, мы прям почти все материалы добыли в самом начале. Вау. Мне это нравится. Мы сможем делать кровать. Овечки. Да. Все, ну давайте овечку убьем. Овечку, овечку вот эту убьем. Все, с кайфом. Убили овечку. Все. Так, тут какие-то болота. Мне это не нравится. Не хочу болота. Там... А там горы. Не хочу горы. Я не хочу болота. Погнали в горы. Не люблю болота, они какие-то слишком темные, мутные. Не очень. Бежали в горы, ребятки. В горы, горы, горы. Тут у нас свинья, кстати. А, пещера. Пещера, железо. В пещере есть железо, камень. Давайте сразу накопаем. Давайте сразу накопаем камня. Потому что он нам понадобится. Для чего, спросите вы? А для того, чтобы... Чтобы что? Чтобы сделать инструменты, конечно же, ребятки, да. Чтобы сделать каменные инструменты. Чтобы сделать печку и так далее. Поэтому копаем наш камешек. Так. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, камень. Уголь, кстати. Уголь нам тоже понадобится. Уголь это тоже очень важный... Очень важный материал, он нам обязательно понадобится. Так, все, сразу делаем инструменты. Сразу делаем кирочку. Так. Палок. Делаем меч. Делаем топор, лопату. Все по максимуму, чтобы было. Так, топор. Каменный топор, все отлично. И берем нашу, где кирочка, вот кирочка. Берем кирочку и начинаем добывать уголь. Уголь. Как же без угля, ребятки? Уголь нам обязательно понадобится. Так, сейчас. Добываем наш уголь. Уголь, 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 муголь. Уголь, гуголь. Добываем наш уголечек. Так. 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 Пипец, сколько ж тут угля, ребятки? Тут уже очень много угля. Тут такие запасы угля. Прям капец. Так. Все запасы угля исчерпаем сейчас. Все запасы угля в этом мире. Да. Так. Ага, все, отлично. Так. Так. Это медь. Это медь, ребятки. Медь тоже берем. Почему бы и нет? Почему бы и не взять медь? Все. Ох ты ж, блин, ребятки. А ну-ка, давайте отсюда свалим. Тут уже начинается... Так, железо. Возьмем железо. Тут уже начинается темнеть. Начинает темнеть, мне это вообще не нравится. Сейчас я добуду железо и побегу отсюда. Потому что не хочу я в этой пещере находиться, в темноте. В этой шахте. Можно, конечно, покопаться, но... Такое себе. У меня яркость на максимум. Вау, тускло, ничего не видно. Давайте поставим на максимум, да. Но у меня было, в принципе, на максимуме. Это я так играюсь, видите ли, да. Вот. Так, давайте добываем. Добываем, 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 добываем.
Добываем. Все, отлично. Отлично. Ну, в принципе, все, ладно, хватит. Давайте выбираться отсюда. Давайте выберемся отсюда. Выбираемся. Так, побежим наверх, в гору. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, но я не умный, видимо. Поэтому я побегу в гору. Вау, сколько тут всего. Капец. Капец. Сколько тут всего интересного. На самом деле тут ничего нет. Это что такое? Это облака? Или что это? Ребятки, это что? Ребятки, там какой-то остров летающий. Вау. Не, ребятки, мы обязательно туда сходим, только не сегодня. Блин, классно. Мне нравится. Мне уже нравится. Давайте где-нибудь обустроимся. Можно даже где-нибудь. Я хочу на тот остров попасть. Но нет, 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 не пойду туда. Пока я туда не пойду. Пока я туда не пойду, ребятки. Можно овечек поубивать. Овечек, овечек, овечек. Так, что у меня со звуком? У меня, блин, наушники все сели. Это мне не очень нравится. Ой, еще кто-то звонит, ё-моё. Так, давайте. Сейчас наушники верну. Звук! Так, звук, вернись. Звук, вернись, пожалуйста. Все, у меня звук пропал, походу. А, все. Или это звук Майнкрафта пропал, погодите. А, музыка и звуки. Да, походу звук в Майнкрафте пропал. Ну ладно, ничего страшного, будем играть без звука. Чё бы нет. Чё бы не поиграть без звука. Ужас. Ужас, ребятки. Так. Ну что ж, нам нужно найти место для дома. Нам срочно нужно найти место для дома. Нефть, ничего себе. Ух ты ж, блин. Побежали, я хочу какую-нибудь пустыню. Я хочу найти пустыню, я хочу дом в пустыне. Не знаю почему, но я хочу дом в пустыне. Да. Так, тут мобы у нас показываются, кстати, на мини-карте. Да. Побежали в ту сторону. Я надеюсь, я не оттуда пришел. А то будет не очень круто. Так, давайте бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Вот. Или дом в поле. Как вам такая идея? Дом в пустыне или дом в поле? Так, пауки страшные. Страшные пауки, видите ли. А. Ух ты ж, пещера. Ну, короче, я не знаю. Я просто сейчас буду кругами бегать и ничего в итоге не найду. Поэтому побежали вот туда вот. А в ту сторону. Все, строю дом тут. Строю дом тут. Не знаю почему, просто. Просто строю дом тут. Мне это место понравилось. Так, 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 меня кто-то бьет. Меня кто-то бьет. Ой, не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, бить меня. Так, 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 так. Так, 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 так. Пожалуйста, не надо меня бить. Прошу вас. Добрые, добрые мобы, не надо меня бить. Мне просто надо немного похилиться, ребятки. Мне надо срочно немного похилиться. Это чтобы быть в безопасности, так сказать. Вот, давайте скушаем сейчас сырой свинины. Ой, сырой говядины. Мне пришлось реально закрыться от всех. Чтобы немножечко похилиться. Блин, там скопилась куча мобов. Да, зомби там, ой-ой-ой. Ну ничего, сейчас выйду, всех размотаю. Сейчас я вам всем покажу, кто здесь батя. Да. Ух, скелет, скелет, ё-моё. Страшно-то как. Ребятки, страшно как. Уху-ху. Ну ничего, сейчас похилимся. Мы никого не боимся. Мы просто берем
берем. Берем и восстанавливаем наше здоровье. Вот. Как-то вот так вот. Чё, ждем? Ждем, ребятки, да? Ожидание. Ну все, в принципе, здоровье восстановили. Можно спускаться, бежать. Бежать, бежать, бежать. Можно сделать броню кожаную. Кожаный нагрудник, кожаный шлем. У меня теперь есть кожаный нагрудник, кожаный шлем. И я могу размотать этих зомбаков. Они мне ничего не сделают. Вы мне ничего не сделаете, зомбачело, вы мне ничего не сделаете. Я вас сейчас всех положу. Всех размотаю, всех положу. Поняли? Поняли меня? Поняли, да? Поняли? Не поняли или поняли? Так, ладно. Все. Давайте факелов поставим сразу, чтобы всех тут отсюда... Чтобы всех отсюда отпугивать, всех мобов ненавистных. Отпугивать с моей территории. Ой-ой-ой. Вот. Будем всех отпугивать. И там опять зомби какой-то идет. Опять зомби какой-то идет. Чел, ты должен был отпугнуться. Ты должен был отпугнуться. Чего ты не отпугиваешься? Я хочу сделать печку. В срочном порядке сделать печку. Вот, поставим ее вот сюда вот. И в печку мы запихнем, знаете что? Знаете что? Так, сейчас я еще яблоко скушаю. Конечно же, железную руду. Да. Железную руду запихнем в печку. А, можно еще факелов сделать, кстати. Кстати, о птичках. Да, 10 факелов. Я думаю, достаточно. Я думаю, достаточно. Так, давайте мы сейчас траву всю снесем. Она тут мешается нам. Вот. Так. Сносим траву. Так, сейчас, секунду. Одну минутку. Так, ага, все отличненько, отличненько, отличненько. Ломаем эту траву. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп, ломаем траву. И, в общем-то, ой, скелет. Скелет, ребятки, скелет, ничего себе. Ой, 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 скелет. Да, ну-ка, я сейчас тебя убью, братан. Братан, я тебя убью. Я тебя убью, братан. Да что ж такое? Он какой-то вообще неугомонный. Чел, ты неугомонный. Не... Ладно, убегаем, окей. Я просто подыхать здесь не хочу. У меня нет тут точки респауна даже. Если я подохну, то я подохну. Мне нужно поставить сюда точку респауна, чтобы сохраниться. Для этого мне нужно поспать, для этого мне нужна кровать. Короче, все очень сложно. Но ничего, сейчас все скелеты сгорят, потому что выходит солнышко, рассвет. Все скелеты сгорят, собственно, вот. И все. Так. Так, 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 так. Скелет тут какой-то спрятался, ничего себе. Да блин, хватит меня стрелять. Ребята, хватит в меня стрелять, скелеты, вы чего? Зато есть кости, да. Нужно еду срочно сделать, приготовить. Я что-то забыл просто совсем про нее. Срочно приготовить еду. Вот. Так, что у меня есть? Что у меня есть интересного? Есть у меня железо. Мы можем сделать железный меч. Можем сделать железную кирку. Ну и, в принципе, больше я ничего не хочу делать.
Не буду пока тратить. Делаем сундук и все, весь мусор сложим. А, еще кровать сделаю обязательно. По-моему, она так делается. Да, вот, все. Отличная красота. Кровать поставим вот куда-нибудь. Вот, ну, давайте вот, ну, не знаю, вот сюда вот поставим, окей. Так. Пока еда делается, я в сундук сложу весь ненужный мне мусор. Что мне тут такого ненужного? Вот это все сложим, вот это вот все, вот это все, вот это сложим. Так, это я сделаю вот так. Это я сложу в сундук. Это тоже. Это нет. Вот так вот сделаем. Угу. Вот, все. Все. Даже можно было сделать большой сундук. Что-то я туплю, ребятки. Большой сундук. Все. Теперь мы все можем сложить. Все. И у нас делается потихонечку наша еда. Потихонечку делается наша еда. Вот так вот. Фух, ребятки. Нормальненько так. Нормальненько. Уже тут, я смотрю, солнышко светит кругом. Да. Так, мне надо сейчас кое-что посмотреть. Что у меня тут есть интересного? Ха-ха-ха-ха, я кое-что потерял в этой жизни. Где у меня это дело? Загрузки. По-моему, здесь нет. Нет, не здесь. Не здесь. Эх, жалко. Короче, где-то у меня все это дело было, но я потерялся. Совсем чуть-чуть. Ладно. Так, нужно срочно покушать, ребятки. Давайте сейчас наша говядина доделается. И мы возьмем и покушаем. Так, все. В принципе, наша говядина сделалась, поэтому мы берем и кушаем. Все, отлично. Да, я потерял этот файл. Поэтому вот. Ну ладно, ребятки, в общем-то, говядина у нас есть, все у нас есть. И теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно строить наш дом, нашу домище, наш большущий дом. А что нужно для того, чтобы построить дом? Собственно, дом, бревна, доски. Да. Потому что, ну, реально, мобы замучили, ребятки. Кстати, что-то я лопатой не пользуюсь совсем. А, у меня нет лопаты. Хотя, стоп, у меня есть вот такая лопата, да. Ну, ладно, будем пока пользоваться каменной. Просто я не хочу тратить железо. Я не хочу много железа тратить. Вот, дом мы будем строить из темного дуба, потому что у нас его очень много. Мы его весь сейчас переработаем. У нас очень много досок будет, все. Ну, и мы просто берем и начинаем строить дом. Так, давайте факел пока вот этот снимем. Так. Главное, слишком большим не делать его. Слишком большим не будем делать. Кровать сломаем, поставим вот так. Вот. И вот такой вот домик у нас будет. Так. Тут у нас будет проход, дверь. Даже можно сделать двойной. Двойную дверь. Можно сделать двойную дверь, ребятки. Вот. Так. Так. Тут у нас будет большое такое окошечко. Тут у нас также будет окошечко. И здесь у нас будет окошечко. Очень много окон в нашем доме, на самом деле. Не, ну с кайфом, чё. Так. Нет, стоп. Вот тут несимметрично. Смотрите, тут окно. И получается будет вот здесь окно. Да. Ну и вот здесь вот также будут окна. Так, делаем вверх, вот таким вот образом. Ой, я там случайно еще одну лишнюю дощечку сделал, что ж такое? Так, надо снова залезть и доделать все это дело. Вот таким вот образом. Все, ну и тут у нас будет уже наша крыша. Крыша у нас будет точно такая же, из такого же темного дуба, потому что его у нас очень много, поэтому можно прямо вот снизу вот так вот сделать. И вообще не париться. Просто делаем снизу и не паримся. Вот.
Все, крыша готова, в принципе. Мне это нравится, то, что крышу мы уже сделали. Кстати, у нас закончился темный дуб, поэтому можно сделать окно на крыше. Почему бы и нет? Ну, блин, знаете что, нам нужно, во-первых, сделать двери, и еще нам нужны стекла. Для того, чтобы добыть стекла, нам нужна пустыня, потому что нам нужен песок. Как все сложно на самом деле, да, ребятки. Но зато у нас теперь есть небольшой домик. Вот, без стекол, правда, но домик. Но домик. Все. А я думаю, блин, спаунпоинт. Давайте пропишем спаунпоинт. А, спаунпоинт. А, я не могу. Ладно, хорошо. Просто это самое. Все. Просто если я умру, то я не хочу возрождаться абы где. Я хочу возродиться в своем доме. Поэтому сразу пропишем там спаунпоинт. Вот так вот. Все, побежали. Побежали на поиски приключений, так сказать. Вот. Бежим, 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 бежим. Ух ты ж, сколько тут коров. Сколько тут много коров. Так, 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 так. Так, так, так. Я хочу, знаете, что найти? Я хочу песочек найти. О, вот песочек, все. Мы нашли песочек, даже далеко от дома. Вот он, даже тут можно взять. Ой, лагает. Даже далеко от дома не отходили, уже нашли песочек. Это круто. Это очень круто. Это очень-очень-очень-очень-очень круто. То, что у нас есть песочек, 25 песка, я думаю, этого нам вполне хватит, ребятки, да. Я думаю, этого нам вполне хватит. Так, надо как-то отсюда выбраться. Вот так вот, да. Все, побежали обратно в наш дом. Побежали обратно на хату, как говорится. На хату, ребятки, да. На нашу хату. Бежим мы. Мы бежим, мы бежим, мы бежим, мы бежим, мы бежим, бежим, бежим. На хату мы бежим. Так, а где? А где? А где мой дом? А я потерялся. А я потерялся. Нет, там скала. Это точно не здесь. Там скала. Мне нужно найти дом. Где? А где? Ребятки, я потерял свой дом, капец. Что делать? Ой, господи. О май гад. О май гаш. Ладно, ищем. Ищем. Ничего страшного. Ведь на самом-то деле вообще ничего страшного. Просто ищем дом. Может, сейчас найдем. Может, и не найдем. Но я побежал, по-моему, куда-то туда. Все, короче, я дом потерял. Сейчас будем строить новый. А, да не-не-не, сейчас найдем. Если что, умрем, ну, возродимся потом. Я думаю, тут точка смерти будет показана на карте. Вот. Кстати, заметили, серия уже длинная. Уже полчаса почти. Можно сейчас уже будет заканчивать и в следующий раз продолжить все это дело. Может, даже так и сделаем. Ну, потому что тут ничего реально нету интересного такого. Да. Тут у нас лес. Тут у нас снова лес. Снова лес и ничего интересного. Вот так вот. Ладно, если тут лес, значит тут ничего интересного нету. Все, я думаю, эту серию стоит закончить и продолжить это все дело в следующей серии. Вот. Так, спрыгнем. Все, спасибо, что смотрели. Если вам эта серия очень сильно понравилась, а я знаю, что вам она очень сильно понравилась, то почему бы вам прямо сейчас не поставить лайк и не подписаться на мой канал, ребятки, да. Вот. А с вами был Торекс. Увидимся во второй серии. В общем-то, всем удачи, всем пока-пока-пока.